Планируя сбережения, всегда необходимо помнить о балансе таких составляющих, как надежность вклада и доходность. Эксперты советуют разделить ваши средства 50% в валюте, 50% в гривне. Я тоже присоединяюсь к этим экспертам и считаю, что если у вас есть какой-то капитал серьезный, его имеет смысл держать именно в этих пропорциях, потому что это вам позволяет и заработать на половине средств, а второй половиной подстраховать на случай негативного изменения курса гривны. Также нужно принимать во внимание валюту будущих расходов. Преимущественно украинцы получают доход в национальной валюте. Поэтому, если вы накапливаете на новую мебель или ремонт, цена которых тоже в национальной валюте, для уменьшения потерь на обмен валют стоит положить деньги на депозит в гривне. Если вы планируете поездку за рубеж, или покупку недвижимости, или, например, автомобиля, то для таких приобретений я рекомендую иметь накопление в валюте. Нужно очень тщательно подойти к выбору банка, потому что в погоне за доходностью можно потерять все свои средства. И здесь Укрсибанк является вашим надежным партнером. Его надежность подтверждена годами работы в Украине, международными акционерами и системой страхования вкладов населения. Укрсибанк BNP Paribas Group.